Всем привет! Мы занесли все домой и вот решили зайти еще. Возле меня сувениры продаются, причем здесь. Потому что я когда-то снимала, но я не помню. Не когда бы, ну? Ездит Мишлира. 170 лир. Вот это вот. Да, полностью, да, полностью все. Чего-то велишься. Надо еще когда-то замахнуть, чтобы спешил. Да. Вот, видишь, тоже снимаем. Здесь удобно брать. Вот смотри, а там. А, смотрите, какая красота. Ох, ничего себе. Тут вообще полностью разбирается. Он и когда? 180 капаклет, или? 180, смотрите, еще и с крышечкой. И там тоже сахарница есть. Или сладости. Могу накрыть. А вот это, смотрите, прикольно так. А, смотри, Марина, здесь неудобно. Неудобно брать. А вот это удобно. А вот это удобно брать. Пусть оно попроще, но это удобно брать. Да. Намного. Ну вот тоже такой же типаж. Только смотри, две сахарницы. А ну, там одна. А там одна. Но здесь там круглый под нос, да. Здесь квадратный. Да. Ну вот это, мне кажется, можно купить, правда? Ну конечно. Я сейчас Вовке спрошу, что? Не 500, понимаешь? Ну понятно, там чайничек дорого, но все равно. Так, ну, сейчас. А, букафе. Смотри, это тут для кофе. А тут тоже бурдан, да, финджан алабилирсен из дыма? Опа, и мойте. И все моется. Да. А там, вот, смотри, еще какие-то. Смотри, с такими кружечками, да. Для кофе, вообще интересно. Смотрите, да, какое здесь бывает, оформление, да. Боже. На Ильше. Это, видите, это вручную делают. Он и когда? Художник, да. Это 400 лир. Ну, видишь, там тоже, потому что здесь камушки. Ну, тут аккуратно, конечно, так сделано уже. Боже, я только... Это, смотрите, это ж как это сделать? Это все вручную. Да. Вот на два человека сразу и водичку. Кстати, так. Не, неудобно поднимать. Почитаем эти? Да. Боже. Для салфеток, да? Да. Сколько такая стоит? Он и когда? Почитать? 60 лирочка. Он и чин, татлы мы чин. Да, интерес. Да. Юля, можно для орешка? Ну, конечно. А, подожди, какие татлы? Сизьяры чары ширус у нас? Да. Работают? Да. Боже. Это смотрите, как уже придумали. Но неудобно держать. То есть проверять или удобно держать. Вот это а это знаете для чего? Когда приходит парень, да, к девушке свататься, то он должен выпить кофе, который она ему приготовит. И кофе насыпает специи или пересаливает, или еще что-то. Ну, то есть так, чтобы ему было очень-очень тяжело выпить. И он должен это выпить. Если он не выпьет, то она не пойдет за него замуж. Да, это мне учительница так рассказала. Я говорю, что вы так делали? Она говорит, нет, моя сестра солила, я не смогла. Да, но был случай, когда ну, мальчик умер. Ну, не знаю, так рассказывает, правда, неправда. Ай, боже, какие ложечки. Вы посмотрите. Смотрите, этими специальные. 15 лир. 15 лир вот такой. Красота. Хепси, он баштеля. Вот все ложечки. У меня когда-то мои знакомые попросили передать им турецкую ложечку. И я не знала, где найти. А оказывается, она была возле моего дома. А? У нас Ольчек нечин? Да, багарат. А, это чтоб специи вот так брать. А, ольчек это... Все, я поняла, отмерять. Чтобы мерять специи, короче, добавляете. Он это, да? Надо умеешь, да. Они тоже по 15 лет. Боже. А вот тут темные. Ну, понятно, этих еще тоже море здесь. Бакырмы? Бакырды. Окей. Бу. У нас замак. Тамак? Замак. Замак? Каплама. А, покрытые просто. Челик, ага. Стиль и чевер. Нет, металл ага. Просто. Угу. Там металл покрытый. Он и когда? У нас 40 лир. 40 лир. Кичук? Кичук 20 лир. Самый маленький 20 лир. Боже, что-то там поместится.
Ой, кемер здесь, билет. Тоже по 15 лет. Вот когда заходишь в такой магазин, сразу себя какой-то королевой ощущаешь. Это такая королева-королева. Смотрите, с камушками. Да. Вот. Это все с камушками. А это тоже это все с камушками. Тоже, да, смотрите, даже под нос весь камушками, да, задела. Все вручную приклеивается. Слышь? Ой, мамочка. Вообще красиво. Капец. İşlemeleri farklıdır. Здесь по-другому уже оно говорит, что выложено. Бусик. Вот так, девочки, берем чашечки дома и клеим такие бусечки, которые продаются в каждом магазине швейном. Я такими обшивала какой-то костюм, не помню. Ну, представляешь, сколько это будет стоить? Легче купить. Ну так это, ну я ж тебе... В смысле, эти бусечки недорогие. А спроси них, до скольки они завтра работают. Садка еще когда я ренчала еще сунуть? До 6. До 6. Да. Я вам напомню, вот здесь все сувенирные магазины, вот здесь тоже. Вот в тот, что мы заходили, это Гюмюш. Или как его называется? Да, вот Гюмюш, вот сюда мы заходили. Есть у меня видео, что привезти с Турции, но в какой части именно, я уже не помню, честно. Так, надо быстрее идти, дождь начинается. Вот видите, и здесь чашечки. Марина, вот здесь еще. Ну, конечно, они не такие, но можно посмотреть. Ага. Да это все, вот, вот смотрите. Да. Зайдешь тут и все, сиди час. Вот Марк Антали. Да, да. Вот. Напротив Марк Антали идете. Мы пришли на базар Марина Мири длину пальто, штанов, потому что посмотри, здесь отрезают штанин за 8 лир. Но она померила, говорит, ну не надо. Там буквально остается запас пару сантиметров. Нету смысла. Надо мочить чай, как кафе. О, чай будешь, чай? Чай? Ты будешь чай? Ты не будешь? Читана чай. Биртана чик олсун. Биртана си ачик. Икиси да ачик олсун, я. Şekiller. Güzel derim abla. 150. Bu da 150, а эти классик. Bunlar da 120 var. Это 120, но другое качество уже. А, да? Да, ну он так сказал, я ж не знаю. Ну вот это хорошее качество. Вот этот, вот попробуй, толстые какие. Я вот это попробую. Bunlar da хорошо калитама, да. В принципе, здесь то же самое, качество тоже хорошее. Да, ну это качество я попробовала, мне понравилось. А мне вот это вот нравится, серенькое, да? Серенькое, не знаю. Нет? Это как какой-то... Армани, вот оно такое. Армани 4 цвет есть? Тоже классик. Да. Классик. Вот я просили ярко-голубую, вот эту мы взяли. Нет, синь. Вот ему понравились вот те две. Боссовские, видишь, вот расцветки. А, вот это вот синий с зеленым? Вот это вот, да. Вот это вот, вот это и вот это. Это, да? Так это ярко-зеленый, где, размер... где вот это ярко-зеленый, скажи мне? Вот это вот. Вот это ярко-зеленый, это с ободочек там, нет, да? Нет, с ободочком, да. Нет, я фотку послала, он мне пишет первые две, ему понравились. А вот это, да, кстати, прикольно. Да. Вот это смотри, прикольно. Это онлайн когда? Тишорт? Абла, бунлар да 100 лир. 100 лир. Одна 100 лир. Да. Нет, это дорого. Это дорого. Мы там за 80 покупали везде. Мне тоже есть 50 лир. Не-не-не. Есть 50. 50 лир, мне да, тоже все есть. Хорошо. Пойдем. Алла, 90 я пару за все. 90 сделаю. Без 60 алды, 60 алды. Я там 80 усу. Все, 60, понимаешь? Уже делает без 60, ты понимаешь? Это что 60? 80 делает. А вот мы еще такую кофточку купили, розовенькую, она... Сколько? 80 лир он отдал. 80 лир. Ну вообще не хочет ничего спускать. Чуть-чуть только спускает.